Здравствуйте! В эфире Омск -тв Интервью. Сегодня поговорим о той части человеческого тела, за которой мы ухаживаем по сути каждый день, но время от времени все равно сталкиваемся с неприятными сюрпризами. Как сберечь свои зубы, узнаем у нашего эксперта. Это доцент кафедры терапевтической стоматологии Омского государственного медицинского университета. Доктор медицинских наук Ирина Волошина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Михайловна, вопрос для начала такой. Представим, что я считаю себя человеком абсолютно здоровым, у меня нет жалоб ни на зубы, ни на что бы то ни было. Нужно ли мне ходить к стоматологу? Анатолий, на вопрос вот этот, по сути, очень каверзный. Я, наверное, так отвечу. Здоровых нет, это такой медицинский юмор, есть недообследованные. Дело в том, что, к сожалению, к огромному искреннему сожалению, состояние полного здоровья, ну скажу так, чуть-чуть оптимистично, оно крайне редко встречается. В скобочках ремарка. И относительно того, что нужно ли проводить какие-то диагностические исследования, приходить к стоматологу на осмотр профилактически, да, обязательно нужно. И как раз для того, чтобы держать руку на пульсе и как раз мониторировать состояние своего здоровья, вот с этой целью и нужны эти осмотры, обязательно. А как часто на них ходить нужно? То есть раз в полгода, раз в год, раз в месяц? А вот как раз то с какой периодичностью приходить об этом, и расскажет и посоветует тот стоматолог, которого было бы славно, если каждому из наших зрителей удалось найти. Давайте будем откровенны. Люди очень часто боятся к стоматологу приходить. Тут я уже не могу сказать, это либо воспоминания из детства, да, вот эти вот звуки страшных бор машин, которые там были... До, ну, достаточно наверное, до недавних пор, поправьте, если я не прав, может быть страх того, что очень много чего придется делать зубами, да, будет больно, неприятно. Вот люди боятся ходить к специалистам. Как-то это можно побороть? Дело в том, что если никаких действий мы не предпринимаем, а мы ведь, ну, по большому счету, ну, давайте будем честны, правильный режим ухода за полостью рта это после каждого приема пищи. Вот я сейчас произнесла эту фразу, и наверняка многие зрители ну, нахмурились, улыбнулись. То есть что? Как? После каждого приема пищи? А дело в том, что сейчас вот приведу сравнение, и, возможно, все станет на свои места, и вот эти вот какие-то бурные эмоции непринятия этой информации, они, ну дай бог, исчезнут. Вот мы покушали, мы в идеале. Это правильно, и это ни у кого не вызывает сомнений, моем посуду. Ведь так? Или мы да. до вечера эти тарелочки-то храним, потом пообедаем мы на этих же по посуде и той же ложкой, вилкой воспользуемся. Но ведь нет? Нет. Ну, я надеюсь. А, а может, и на следующий день оставим. Почему? Ну, потому что неохота посуду мыть. Это же тарелочку утром. Ну, нет, брезгливо. А в полости рта вот эти остатки пищи, которые для нас почему-то брезгливо, оставившись на тарелке, тут же новую пищу класть, в полости рта-то они остаются. Более того, если на тарелке они остаются, и как в тех многих историях про гречку они просто подзасохли где-то. В полости рта они не засыхают. Они, простите за формулировку, очень упрощенно и грубо скажу, они разлагаются. И мы это оставляем. И почему-то мы искренне удивляемся, от чего же надо это прибираться-то? На этом удивление наше не заканчивается. Не приходя к стоматологу и не получая информацию, не осуществляя осмотры, мы удивляемся, как же это, почему вот что-то у нас там где-то случилось. Но это же вот вполне себе закономерная история, если мы чему-то не уделяем внимания, если мы чем-то не занимаемся, это что-то начинает страдать. Вопрос вот как раз э, в том, насколько быстро будут происходить те или иные патологические изменения, насколько быстро будет происходить разрушение э, твердых тканей зубов, то есть э, кариес будет с какой скоростью и каких масштабов э, разрушаться зубы будут. Э, а это как раз зависит вот от тех наследственных факторов, на которые всем нам очень удобно перекладывать ответственность, а ответственность на нас. На наследственность мы не можем повлиять. А вот именно ухаживать за полостью рта ровно так же, как э, не использовать посуду там в течение нескольких приемов пищи не помыв, также и за полостью рта ухаживать, как мы э, ухаживаем за посудой, это наша ответственность. Ну я понимаю, о чем вы говорите, если позволить такую ремарку. Очень многие люди рекламу э, зубных паст, где говорят там чистить зубы два раза в день, воспринимают уже как уловку маркетологов. А я тут еще говорю после каждого приема а пищи. Тут после каждого приема пищи, то есть нужно еще чаще. Да. <свят> <свят> Упомянули вы каррис. Это очень, по-моему, частая беда, очень распространенная. А можно ли как-то ее побороть? Ну, хотя бы чтобы он реже возникал, может быть, не так сильно бил по зубам. Он может не возникать вовсе. И <свят> это не сказки, это абсолютно не волшебство. Это труд. Это ежедневный труд, вполне с реальным результатом в виде отсутствие кариеса. У меня нет кариеса. Ну, правда, то есть э, я существую, и у меня не было кариеса ни на временных зубах молочных, ни на постоянных сейчас. Более того, сейчас я еще больше вас удивлю, э, несмотря на то, что я носила брекеты более года. Кариеса как не было, так и нет. Это волшебство. Нет, я повторю, это труд. Ежедневный, кропотливый, незаметный. Ну, как бы. Ну, вот помимо чистки зубов это получается ограничить себя в сладком у нас же как э, с детства еще есть такой ну, может быть стереотип может быть как специалист поправить что-то правда э, будешь есть много сладкого будут проблемы с зубами кариес придет обязательно Вы знаете здесь вот наверное в какую сторону стоит нам с вами посмотреть полость рта зубы это не нечто отдельное это часть человеческого организма, более того. Вот э, в начале нашего с вами разговора вы задали вопрос, как часто, с какой периодичностью нужно приходить к врачу-стоматологу. Дело в том, что ответ на этот вопрос он он вот классный. Я сейчас вот продолжу рассуждать на эту тему. И, придя к врачу-стоматологу, вы получите информацию не только о состоянии полости рта, но и с большой долей вероятности в том или ином объеме врач-стоматолог может заподозрить те или иные патологии организма абсолютно не стоматологического, так сказать, направления. То есть, придя к стоматологу, вы получите информацию не только о полости рта. Почему? Ну, потому что полость рта является началом и желудочно-кишечного тракта, и дыхательной системы. Слизистая оболочка полости рта именно в период эмбрионального развития развивается вместе со многими органами и тканями. И получается, именно по ее состоянию Доктор имеет возможность получить информацию, соответственно, с пациентом, с хозяином этой полости рта, поделиться той информацией, которая является не просто ценной, а, возможно, даже сейчас, только вот впервые, пациент на приеме у врача-стоматолога узнает о том, что, возможно, есть у него те или иные заболевания. Именно по этой причине полость рта вот, она действительно является в немалой степени зеркалом состояния организма. То есть состояние языка, состояние, повторю, слизистой оболочки полости рта, рота, глотки. Извините за такие нелицеприятные формулировки, но это все просто кладезь информации. Мы когда начали с вами говорить о проблемах, да, о том, что люди боятся стоматологов, не назвал я один из таких, наверное, самых страшных факторов. Это даже не пор машина, не неприятные ощущения. Это ценник. Потому что, ну, не секрет ни для кого, что стоматологические манипуляции обходятся людям, особенно в частных клиниках, достаточно дорого. Вот если сравнивать сейчас, да, и может быть чуть раньше, насколько вообще изменилась стоимость лечения в современных реалиях? Вы знаете, ну, будет не Правильно и нечестно, если я скажу, что цены, вот условно говоря, сегодня и год назад, ровно в этот же день январский, они не изменились. Они изменились. Но мы продолжим давайте наш с вами честный разговор. Изменились цены не только на эти э, услуги. Изменилась та стоимость, э, за которую мы приобретаем в магазине те или иные товары. Э, изменились э, цены все. Поэтому говорить о том, что и процент изменения он плюс минус одинаков и говорить о том, что выросли, да, собственно, как и все, только здесь вот опять же мне хочется чуть-чуть именно из непосредственно цифр подняться над вот этой математической, так сказать, истории из этой темы чуть, чуть подняться и подняться вот куда опять к профилактике. Дело в том, что на данный момент медицина, общая медицина и стоматология в частности имеет уже огромный пласт именно доказательной базы о том, что индивидуальные профилактические домашние мероприятия, я по полости рта говорю о гигиене, качественной, не просто формально «мама, я почистил», нет, а именно качественное, тщательное, это по качеству, и второй параметр – после каждого, насколько это возможно, после каждого приема пищи, и кариеса не будет, и повторю, это не сказки. Доказательная медицина именно с абсолютно разноплановым подходом вот к рассуждению на сей счет пришла к однозначному и безапелляционному выводу, что возникновение или не возникновение кариеса на более чем 80%, это огромная цифра, более чем на 80% зависит именно от индивидуальных домашних гигиенических мероприятий. Вот это цифры. Вот это цифры, да, которые работают, однако здесь тоже э, важный момент: 80% эффективность домашних мероприятий э, оптимистичная цифра? Да, безусловно. Классно! Все мы такие Вау! Супер! Однако, что, какая оборотная сторона у этих цифр? Хм, получается, что мне нужно принять каждый рассуждает. Мне нужно на себя теперь принять ответственность за возникновение или не возникновение кариеса. То есть теперь, вот она сказала, 80% и больше. То есть теперь получается, если у меня возникнет кариес, так это что ж, не наследственность? Не экология виновата, а я сам? Ведь на это нужно смелости, ведь, ну, как-то наш мозг вряд ли готов принять эту информацию, согласитесь. Мы э, сейчас к Карису еще придем, но хотелось бы одно уточнение. Э, предположим, человек работает 12 часов в сутки, может быть, там, чуть больше. Э, на работе же не всегда есть возможность почистить зубы. Да? Допустим, там пусть даже прием пищи полноценный обед, э, легкий перекус, перерыв на кофе. Предположим, а как здесь быть? Как за зубами тут ухаживать? Ах, не понравится вам ответ. Не будете больше у меня в гости звать. Это вот прям... <с> а, дело в том, что... А почему нет возможности? Нет мест уединения, нет возможности с собой взять зубную щетку. Она представляет собой нечто громоздкое, и нет возможности положить с собой в сумочку, или, ну, простите, даже в чехольчике, либо в пакетике, а, с собой в пиджак, в карман. Коллеги не поймут. Возможно. Так, а дело в том, что во время <laughs>, деловых переговоров, и не надо этого делать, э, мы уединяемся по тем или иным физиологическим потребностям, и ничего нам не мешает э, подобное же уединение организовать именно для того, чтобы за собой поухаживать. И здесь опять же вопрос именно к, том, э, к тому, насколько для э, нас это является нормой. Ведь для нас норма, если даже во время тех же переговоров мы просим извинения и покидаем место переговоров, если есть в этом необходимость. Ну, простите, опять же, физиологическая. Есть потребность, мы организовали реализацию этой потребности. Так вот, если у человека будет такая же потребность в гигиенических мероприятиях, ну, опять же, давайте мы будем честны, он найдет способ. – это организовать. Пойти и почистить зубы. Это не сложно. Зубная щетка – это удобный работающий предмет гигиены. Более того, я вам скажу, что вовсе даже не обязательно для того, чтобы качественно почистить зубы, ну так, в рабочем, скажем так, формате, необходимая щетка является. А вот паста – является, ну, скажем так, опционным в данном случае атрибутом. И вот тоже поделюсь удивившим меня фактом. Несколько лет назад в Москве, когда я останавливалась в гостинице для того, чтобы свои вопросы по диссертации я защищала докторскую свою диссертацию в Москве. И, приехав в Москву, остановившись в отеле, после завтрака, ну, простите, перед долгой дорогой, опять же, я отправилась в дамскую комнату. Мое удивление, когда я открыла дверь, в дамскую комнату было неимоверное, и с чем же оно было связано. Стояли женщины, полностью оккупировав э, все раковины э, женщины из Китая, и они чистили зубы. Как из Китая я поняла, ну потому что перед, так сказать, тем, как мы увидели здесь, за столом там они были, так сказать, в большом количестве, они готовились к экскурсии. По, по они отправились в комнату, опять это вот иллюстрация как раз к тому, есть ли возможность или нет. Возможность есть тогда, когда есть цель. Желание – тысяча возможностей. Нежелание – тысяча причин. Сколь бы амбициозно и категорично это ни звучало, но это так. Когда нам надо, мы находим возможности. Вот они даже в номер не пошли. Вопрос о кариесе, как я обещал. А заразиться кариесом можно? А, вот вопрос хороший. И было бы удобно, если бы я ответила да. Но нет. Угу. А, дело в том, что кариес это заболевание именно микробного происхождения. Да, оно возникает именно из-за микроорганизмов. Но в абсолютном большинстве это микроорганизмы свои собственные, это не откуда-то извне. Там, не да. Однако здесь вот тоже нужно уточнение, вот какое сделать. Это если мы речь ведем с вами о людях взрослых. Если речь мы будем с вами вести о детках, буквально несколько месячных, годовалых, чуть старше, и мы представим такую ситуацию. Да что представим? К сожалению. И представлять не нужно, просто по сторонам поглядим, и эти ситуации сами мы э, просто увидим и в магазинах и у друзей и везде. Что же за ситуации? Ребенок полгода, может быть, там, не знаю, три месяца, может быть, год и три месяца. Может быть, начал прорезываться первый зубик, а может быть, уже и несколько в полости рта есть. Может, еще и не начали. Но суть в том, что микроорганизмы у ребенка уже есть, но они его. И тут приходит либо... Мама либо бабушка, либо папа, либо дедушка, или подруга мамы, неважно. И ну какой зайка, и начинают целовать его и в глазки, и в губки целуют. И неизбежно, конечно же, микроорганизмы вот этого э, страстного, любвеобильного взрослого, они неизбежно попадают и в глазки, и на губки, и в полость рта. И вы знаете, вот если мы чуть-чуть, опять же, над непосредственно вопросами, проблемами стоматологии кариеса чуть-чуть поднимемся, конъюнктивит очень нередкая проблема именно вот деток до года или чуть старше. И причина банальна. Это как раз вот эти страстные э, поцелуи, особенно бабушек, у которых микробиота полости рта является, ну скажем так, да простят меня э, наши бабушки, опасной, именно опасной, не для малышей. Примерно та же история из полости рта. Вот. В подобном э, случае, да, мы можем говорить о заражении. Более того, тоже опять э, для всех будет картинка, которую сейчас я нарисую, к сожалению, привычно. Когда соска или ложка у ребенка упала, ее поднимают хоть на улице, хоть дома, что сделали? Обработали и обратно. И обратно. Да лучше бы ты с пола передал. Потому что то, что было, вот собственно говоря, контакт с полом. Они никуда не делись, э, вот то, что с пола появилось. А своих, добавив, очень усугубили ситуацию. И ладно бы, если только с полостью рта, но ведь нет, еще раз, это по всему организму разносится. И потом почему-то у нас вздутие, потом почему-то ребенок не может э, опорожнить кишечник. Ну да, действительно, почему бы это? И не проводятся исследования, которые должны были бы быть проведены. Я про именно баланс микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте. Стоматология, дело в том, что вот для меня это прямо, вот вы знаете, прямо вот... Боль моя, когда стоматологию рассматривают именно как изолированное нечто. Это не так. Еще раз, полость рта – это часть организма. И рассматривая проблемы Полости рта и кариеса, в частности, полезно именно понимать, что организм это целостная система. И если в полости рта много пораженных зубов, хоть у малыша, вот у этого совсем-совсем юного, хоть у взрослого человека, эта проблема не только полости рта. Никогда не будет в полости рта страшной какой-то стоматологической проблемы и абсолютно здоровый организм в целом. Но не будет этого. Природа создавала человека тысячелетиями. На данный момент вот, э антропология и, и же с ней науки, это, безусловно, не моя акватория, однако те данные, которыми располагаю я, человек, вот, ну, плюс-минус в том виде, когда он может называться человеком, 2,5 миллиона лет существует, то есть найдено уже э, и доказано. И человек — это настолько целостная, настолько отлаженная система, в которой э, огромное количество возможностей, потенциалов и всяких разных предохранительных систем защитных. И неужели мы можем предположить, что полость рта — это какая-то вот совершенно изолированная, вот э, все в порядке, а в полости рта неполадки? Ну не будет так никогда. В финале предлагаю небольшой блиц, так скажем, два вопроса. Э, сложных, но нужно дать ответ э, максимально лаконичный и максимально понятный людям простым далеким от стоматологии. Электрическая или обычная зубная щетка? Что лучше и почему? Вы знаете, электрическая за нее я проголосую, однако, опять же, приобретая электрическую зубную щетку, очень велик риск и опасность того, что мы переложим ответственность именно на нее. Второй вопрос человек курящий обязательно сильнее страдает от проблем полости рта? От проблем с организмом. То есть в целом? Да. Лаконично, как просили. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Я напомню, в гостях у нас была доцент кафедры терапевтической стоматологии Омского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Ирина Волошина. Следите за эфиром Омск ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания.